Всем здорово, с вами Краулер, и я продолжаю, и, наверное, это будет как раз финал игры Метро 2033 Redux. Мы доехали, значит, на эти вагончики до башни, и сейчас должно начаться вот как раз то место, на котором мы закончили, как сейчас нам сказали. Да, вот меня спасает мельник. Ну, например, сейчас побежит, значит, гон начнется у этих зверей. Мы поотбиваемся, меня там, по-моему, демон загрыз. Как добрались, товарищ полковник? Да нормально добрался. Что это за шум? Слышите? Какого черта? А ты не видел, что впереди тебя уже бегут, а? Круг, быстро! Ну что, в этот раз у меня патрон побольше будет, нет? Этот вот круг, знаете, сейчас выброс будет, возможно, нет? Не попадай или им пофигу, в принципе? Да, круг-то так-то держится, на, гранатку тебе, ребят, можно зацепить. Сейчас сиганет. У тебя пусто? У меня пол игры пусто. Может тебя ударить? А! Вот это отдача. Демоны. Демоны такие, ну вы держитесь, сейчас мы вас понесем. Вот он. Пушку оторвал. Вот на этом законе доме. Текстурки не очень. Че думаешь, ты такой крутой, а, Димон? Да ты же всего лишь голубь. Просто там мутировал чуть-чуть. Ого. Ну, коленку ушиб, а так нормально. Так, берешь, да бежишь. Вопрос. Ты сказал не останавливаться. А? Ты странный чувак, то мы бежим. А, теперь надо их отстреливать, да? А иначе скриптик сработает, меня прокинет. А? Че за... А... Кстати, а где остальные? Сюда! Куда? Давай, Я бегу, блин. Чё, чё теперь? Нормально вроде. Нет, это брать не будем. Умрись ты. Погоди, секунду, мы перезарядимся. Я перезаряжусь. Не вовремя, да? Мел, прикрой меня, ну! Заляпали. Ты чё, блин? Кто в спину-то бьёт, а? Давай, мельник, дай пошустрее, а? В смысле, прыгаем что куда-то? Смотри, куда попал. Да, и чё? Что мы просто бежали, а ты там тормозил, блин? Такие мы невидимые, слушай, фонарик давай включим еще. Давай, двигаемся, Мел, давай. Вперед! Ты мне это говоришь, что сзади бежишь вообще, блин. Да все, уже дошли. Давай. Теперь тихо. Пошли. Если тихо, блин. Глушитель исключить? Ну, давай, ладно. Давай, заодно перезарядим. Держись.
Теперь надо найти путь наверх. А что, бежишь по лестнице по кругу, да и все? Что? Еще варианты, что ли, есть? Ты серьезно, в лифте хочешь поехать? Ну, а если чё? Ну чё? Есть мыслишка. Давай-ка забирайся на крышу лифта. Попробуем отцепить противовес лифта. А-а-а. Да ты голова. Я такой в фильмах видел. Сейчас держимся за тросик, да? И стреляем. Давай, давай, упырь я жало, давай. Мне, может, что-нибудь делать надо, нет? Мне говорили, пойдешь в армию. Будет весело. На... так себе. Слушай, а вот нас не расплющит, а? Просто я хочу вверх посмотреть, но мышка тупо не поднимается выше. Так задумано, да? Так вот, может, надо было вниз спуститься, там, в сам лифт, а, чтобы не размазать. Блин, Москва — это лабиринт. Ну как тебе сказать? Продуло меня вот здесь. Ульман, как слышите? Мы на башне. Цель открыта за облаками. Мы поднимаемся, прием. Ладно, Артём. Нам теперь нужно тебя каким-то образом сюда поднять. Так же через лифт давай руку. Прячься! Слушай, ну я замерз, что они меня достанут, да? Давай я, может, попробую. Окей, они достанут. Блин, жалко, что вот, ну, без толку стрелять. А хотелось бы, знаете, все-таки вальнуть, чтобы этот демон упал. Ты? Мельник, иди в жопу, а. Вот, серьезно, с твоими, блин, заторможенными командами. Тут то бежать, то не бежать. Тебе как-нибудь, знаешь, вот без тебя как-то проще, без твоих этих. А на какой он присел? А, я присел. Кыш, кыш, да, хлопушка его. Хлопнуть. Кыш, говорит. Так, а дальше куда? Дверь закрыта. Давайте опять побежу. Да фиг ли, иди ты в жопу со своими командами. Я тут согнусь из-за тебя там. Погоди, там, беги, а вот сейчас, осторожно. Берешь просто тупо и бежишь, ты, блин. Молодцом. Молодцом, набит рот огурцом. На связи, мельник, мельник. Стреляй, Артём! Ну а я чё? Прием! Давай что-нибудь получше. Да ладно, убил, наконец-то! Столько пуль! Чё такое? Блин, если бы это был один и тот же, значит, демон. Понятно, что я его убил. Всю игру не стрелял. Вас понял, полковник. Да. Прием. Полковник, ты сам раненый, ты сам бестолковый, я... Не поможет, Артём. Облака слишком густые. Придется тебе забраться наверх. Чем больше, тем лучше. И установить систему наведения там. Давай, парень. Теперь все в твоих руках. А в чем смысл-то, я не пойму. То есть, если подняться выше облаков, то... То как? Лучше-то будет видно, а? Если облака... Может, надо ниже спуститься? Нет, нет, нет. Куда идти ты, мельник? А? Я... Ну чё, ну же, чё? Чё? Тут... Ну как, ну объясните мне, что он от меня хочет? Опять в лифт надо, что ли? Или как? Или чё? Или куда? Лестник? Лесенка улетит? Нет, лесенка. Вот сюда, наверное, да? Вот я вот поднимался, я уже выше, да, вот. Потом что? Потом что вот происходит? Нифига, да, не происходит.
Опа! Что такое? Надо было У нажимать, да? Это ради того, чтобы видеть вот эти вот кадры, когда ты там падаешь. Прием. Ну все, я понял, там лестница была. Все. Вопросов нет. Так, надо У нажимать сразу. Вот это сейчас, наверное, погнется. Да ты видел, я видел, что она оторвется. Чувак, ты чё? Ты... Не хватайся за нее. Как спускаться потом? О, здесь можно ходить. Блин, здесь не надо нажимать Е, чтобы на равновесии держал, да? Просто. О. Сколько? Вот 25. Да, на 25 минут у меня фильтров. Вот. Зачем, господи? Кто? Кто здесь? Ну, несу чуть-чуть. Не, ну пацаны, ну а чё вы хотите? Даже не разбивается. О! Кто-то уже пытался, да, я смотрю? Еще выше, да? То есть совсем выше. Может, туда пройти? Нет? Ну ладно. Нет, так нет. Ну чё, блин, ну какие облака? Я вот вижу, все, ты скажите, в какой станции ДНХ я жахну. Прям по гнезду, прям в гнездо ему, в гнездо. Не так, да, это работа. Ну давайте еще круг нарежем. Ага. Попрыгушечки, да, у нас здесь. Надо на У нажимать. Нажимаю на У. Может, не надо. Вкали себе. Я нажимаю У, я хочу колоть себе аптечечку чуть-чуть. Так вот, раскалывая просто лед. Нашел. Ну как, вот, ну, к такому надо готовиться, там, тросики брать. Не знаю, ну как это? Ну, а... Да, это нормально, пацаны. Как уничтожить? Вы же никого не трогаете. Ребят, ну, ребят. Я слышу, да? Я только не понимаю, куда идти, как всегда. А, это лестница, да? Окей. Просто не разглядел. Ага. Да, прям вот сюда, вот прям на край. Так. Сейчас жахнем. Весь мир в труху. И прям сейчас. Ну, отсюда, видать, не жду. Сигнал отличный. Продержись еще минуту, и мы их накроем. А... Знаете, странно, что здесь не гнездо демонов. Меня? Да, а чё я? Я уже все поставил. Пацаны, слушайте, я ничего против вас не имею, как бы, ну, вы возле моего дома живете. Опа. На колени, говорит. Раб. Ого. Блин, надо ногти постричь, как сейчас увидел. Не та дверь. Вот это может быть. Окей. Посмотрим еще двери. Ну, ладно, вот в эту. Нет, тут что-то тоже мне не нравится, короче. Что в этой двери? Нельзя позволить ему. Э-э!
Нет! 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 Стой! Да пацаны, ну смысл, а? Я как бы настроил, от меня уже ничего не зависит. Почему вы хотите убить меня? Я же свой. Я сосед ваш. Я жил рядом там на станции, рядом с вами. За Соликом приходил. Не помните разве, нет? Окей. Пару трипов словить. Не. Я чувствую, может назад пойти? Гонится за мной. Слушай, а мне кажется, там край лестницы будет. Блин, может спрячь, может не заметит, но за угла выглянуть, если. А где угол? Близко уже. Сказали, Артём? А меня знаете, да? А как так? А? Чего? Может в обратную сторону бежать? А что делать-то надо, не пойму. Я опять что пропустил какую-то лестницу или что? Давайте карту посмотрим. А, карты нет. Понятно, здесь что-то горит, но. Не пойму. Что сделать-то надо? Может заглючило? О, проход. А, нет, идет. Ты не надо, ребят. Ну, пожалуйста, а? Пожалуйста. Ну а как вы хотели? Там выживать сильнейший. Обманули меня. Обманули. Я помочь хотел. Ну, явный. Короче, ну явная ловушка была. Просто, блин. Там же красный горел, да? Надо было ходить на красное. Серьезно, я сейчас опять буду этот миллиард кругов наяривать. Пока что не случится. А я бежал в ту сторону, да? Давайте в ту побежим. Наконец-то. Так, нет, передумал. Там мне много чего не позволяют. Мы это уже обсуждали, ребят. Да я это уже слышал. Ползи, чувак, ползи, не оглядывайся. Да прыгиваю, однако. Может патроны здесь где-нибудь есть, а? Может в этом мире какое-нибудь оружие крутое? Блин, главное пол сначала, чтобы строился. Стены как-то пофигу. Может сюда? Нет, не сюда. Я вам не сдамся. Я не знаю, как вы мне собираетесь останавливаться. Просто, блин, насылайте мне сны. Какие-то приходы непонятные. Может, после тех грибов в D6. Ты... Я столбался от этой палки, жду чуть-чуть, что это за бред-то? Че, как матрица там? Упал там, упал этот, и в реальном мире. Ну, а вот сейчас что у меня... Блин, неужели опять заново бежать? Да что ж такое-то? Вы меня поторапливать, да, будете? Затянуто слишком. Да вы не особо пытаетесь меня остановить, ведь фигнёй страдаете какой-то. Ну-ну.
Почти дошел до куда-то. Нет, там этот тень какая-то. Что они за мной уже не идут? Что я слягу, полежу, отдохну. Ну, конец, нет? Хантер? Или кто это? Врагов надо истреблять. Сдавайся. Да у меня ствол. Ты что думаешь-то? Как тебе, а? Падай, я убил тебя. Что ты как гангстер, что стреляешь, ты прицелься, че? Она вроде глушителем была, револьвер, нет? Нет, серьезно? Кто скрутил, пока я спал? Принимайте посылочку! Че, можно посмотреть? Спартанец 2033, врагов надо истреблять. Ну, еще есть какие-то другие достижения в конце. Давайте посмотрим. Нет, что-то не так с роликами, почему они... А это мы там были? Или там шахты? Блин, как это работает-то? Как на таком большом расстоянии там оказалось? Ну, ударная волна, она как нет. Вот сейчас самое время, ты еще лучше кинь с башни. На демо походится. Какой-то мудрец сказал: тот, кто воюет из любви к своим близким, а? Повергнет врагов своих. Я вступил в эту войну ради моих родных. Ты думай, как ради ты спускаться-то будешь. Я защищал свой единственный дом, метро. И мы победили. Неплохо. Все. Конец. Может, спуск будет? Блин, а с другой стороны... Могли бы придумать какую-нибудь фигню, типа с парашютом прыгать, а? Жестко было. Андрей проф... Проко... Прохоров, правильно? А почему все, собственно говоря, по-английски написать? Ну в русский-то ясно. Могли бы по-русски написать, а? Вот так завершилось мое путешествие по миру. Значит, метро 2033, обновленной версии, редукс версии. Что будет дальше, я пока не знаю, если честно, браться за следующую часть метро или нет. Еще подумаю, впереди месяц март, который, значит, несет за собой мой отъезд из дома на, наверное, на месяц. Придется уехать, и скорее всего ничего делать я не буду. То есть я или начну записывать, потом будет огромный перерыв, и серии будут вкладываться дальше. Но пока что все еще план, пока все еще думаю, вроде еще середина февраля, можно в принципе успеть, но не хочется, знаете, торопях все это проходить, чтобы все это было притянуто. Когда нет удовольствия от прохождения, прохождение становится нудным не только для вас, для зрителей, но и для меня. Это очень плохо. Итак, с вами был Краулер. Серия закончена. Метро пройдено. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите комментарии. Что понравилось, что не понравилось, если есть какой-то совет, что можно пройти следующим и
экшен-то попроще, если честно, то можно рассмотреть и, собственно говоря, пройти вот так же, как проходил где метро. С вами был Краулер. До новых встреч!